Резонансным преступлением, совершенным в Песочном, сейчас занимается районная полиция. В поселке неизвестные напали на местных жителей. С применением силы отобрали денежные средства и ювелирные украшения. Оперативным сотрудникам уголовного розыска удалось задержать злоумышленников, в том числе и по горячим следам. Злодеи, пойманные на месте преступления, в полиции пытались представиться законопослушными гражданами. Полиция по какому поводу находится? На самом деле, как сказать, в чем-то не знаю, в чем-то им инкриминирует разбой. Хотя я сам такси занимаюсь, извозом привез людей, оставил. Не знал, что будет там в дальнейшем, как бы. Житель Выборга еще с тремя подельниками подозревается в совершении разбойного нападения на супружескую пару. Налетчики поджидали людей на территории частного дома по Школьной улице. Хозяева въехали на участок, и их машину окружили четверо неизвестных в масках. Представились полицейскими, потом избили и связали 59-летнего мужчину. Потерпевшего повалили на снег и неоднократно применяли электрошокер. Затем, приставив в голове предмет, похожий на пистолет, потребовали выдать им денежные средства. В полиции задержанные сперва говорили, что между собой едва знакомы. То есть они к вам сели в Выборге? Да, потел один, там забрали второго и поехали. И что сказали, куда? Сказали в Питер, искали по девочкам в публичный салон. У избитого на территории своего дома мужчины налетчики забрали портмоне, где находилось 150 тысяч рублей, паспорт и документы на машину. К 60-летней женщине злодеи тоже применили силу, заставили пройти в дом, где хозяйка под угрозой физической расправы отдала им 62 тысячи рублей. Затем с нее сорвали золотые ювелирные изделия. Двух злоумышленников, включая данного персонажа, оперативники взяли в машине у места происшествия. 32-летний задержанный также является и владельцем преступного транспорта. Пояснили, как сказали, что где ты приехал, там засветилась твоя машина, ты вот соучастник вместе с людьми, как бы сделали что-то очень плохое. Да, мой автомобиль. Марка, цвет? ВАЗ-2109 зеленого цвета. А, госномер? Сейчас там НАВЭ, ВОХ, она 075. Вот такая вот неприметная девятка. Скоро ей исполнится почти 20 лет. На этом транспорте и передвигалась преступная группа, совершившая налет на частное владение в поселке Песочный. Автомобиль действительно принадлежит этому гражданину, который сейчас находится в полиции. Но на момент задержания, в общем-то, транспорта и тех людей, которые сейчас находятся в участке, на машине висели совсем другие номера. Видите, здесь резинки. Сверху в данном случае стоял номер от BMW, который действительно существует. И эти регистрационные знаки, скорее всего, у хозяина были украдены. Еще двух подельников сотрудники уголовного розыска задержали в ходе проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в жилище». Все фигуранты этого особо тяжкого преступления до суда будут находиться под арестом. Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.